Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что заглянули. На моем канале мы делаем домашнюю косметику из натуральных продуктов, из аптечных каких-то средств. И все это, конечно же, полезное, дешевое и очень эффективное. Сегодня я вам предлагаю сделать маску вместе со мной, которая отбеливающая, питательная, и она состоит буквально из трех компонентов. Значит, я взяла одну чайную ложку пентанола, вот так вот он выглядит. У меня какой-то био, вы можете взять дипентанол. Это аптечное средство, вы можете его купить в любой аптеке или же заказать по интернету. У меня одна чайная ложечка. Также нам понадобится камфорное масло. Я возьму буквально две капельки. Раз, два. Вот. И следующим ингредиентом у нас будет эфирное масло. У меня эфирное масло лимонное. Тоже две капелечки мы возьмем этого масла, добавим для того, чтобы был великолепный такой аромат. И вы получите действительно от этого удовольствие. Теперь мы все это перемешиваем тщательно. Даем постоять буквально пару минуточек, чтобы все компоненты вошли во взаимодействие, и нанесем эту масочку на чистое сухое лицо, на все лицо, и под глаза можно нанести. Но лучше все-таки я вам посоветую под глаза наносить просто чистый крем без добавок вот этих эфирных. Все, все мы перемешали, получилась у нас такая крем-маска. И теперь пройдемте в ванную комнату и нанесем все это на лицо. Получилось вот просто как взбитые сливки. Густая, красивая и очень приятно пахнет за счет эфирного масла. Теперь на сухое чистое лицо мы будем наносить эту крем-маску по массажным линиям. Я беру просто лопаточку свою, которую я перемешивала. Очень хорошо пахнет, и эта маска, она обладает отбеливающим эффектом. То есть вы через какое-то время, когда вы проделаете ее курсами, будете замечать, что ваши пигментные пятна светлеют. И это то, что нам нужно. Маска очень хорошо удерживает влагу и способствует выработке коллагена, то, что нам нужно для нашей молодости. В описании я напишу обязательно все полезные качества этой маски. Вот, ее нужно наносить 2-3 раза в неделю и в течение месяца. Потом мы делаем перерыв, чтобы не было привыкания. Конечно же, так как эта маска прежде всего отбеливающая, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом каждый день. То есть сейчас мы вечером нанесли эту масочку, потом подержим 20-15 минут, смываем ее теплой водой. Можете сначала взять такую салфетку, потому что она очень жирная за счет пентанола, да? Сначала снимите салфеткой, потом умойтесь тепленькой водичкой, протрите лицо лосьоном и нанесите ваш вечерний крем. Маску можно наносить как на шею, так и на зону декольте. Остатки можно также нанести на кисти рук. Вы будете приятно удивлены после того, как вы смоете эту маску, насколько ваша кожа будет как у ребеночка, нежная, мягкая. И после этой маски, пожалуйста, оставьте комментарий, какое... Что вы ощутили после того, как вы сняли эту маску, смыли ее? Мне кажется, что как заново рождаешься. Маска, как я уже упомянула, она такая успокаивающая, поэтому я рекомендую вам делать исключительно по вечерам. Вот такие мы сегодня с вами получились красивые. Всем приятного ощущения и удовольствия от этой маски желаю вам. И, конечно же, будьте все здоровы, красивы и молоды. До новых встреч! С вами была любящая вас Виктория. Пока!